Маркетинг и реклама. Трошка... Да не маркетинг, не маркетинг, реклама, а безразличие и начихательское отношение. Я вам отвечу. Женщина сказала, как дай бог ей здоровья, она сказала, у меня нет времени ходить в кино, но я думаю, что должна быть в кино хорошая история. Стоп, а как вы увидите? Стоп, перепрошу, я сказала, коли я матиму час выбрати, зачекайте, можна я скажу? Ви не можете вибрати час для того, щоб задати мені то питання, бо ви не маєте права задавати то питання тільки тому, що ви не бачили те, що зробили ми. Я перепрошую, я сказала, що я вибираю між книжкою, театром і кіно, то мені дуже мало часу залишилося. Я не знаю, нічого поганого не хочу. Вопрос по поводу интересной истории. Вы бы сказали так, ребят, я посмотрела «Ломбард» и посмотрела «Ивана Сыла». Я вам скажу, плохие истории. Вы можете создать хорошую историю? Тогда я пойму ваш вопрос. В данном случае не тактичный ваш вопрос, простите, что я вам отвечаю. Я запитала вас, чьи взяты украинские. Я вам ответил, посмотрите «Ивана Сыла». Я тогда вам отвечу на вопрос. Это неправильно. Я вам, можно два слова? Я все сразу скажу одну вещь. Можно я сейчас скажу одну вещь, прошу прощения. Как мы работаем со зрителем? Как мы работаем со зрителем? Мы, когда выходим, все так, о, вы расстегнули. Не-не-не-не-не. Садитесь, посмотрите кино. Так мы интернетовские вопросы мы помним. И уходим. Через 90 минут мы садимся, и вы знаете, бывает ни одного вопроса. Бывает только три фразы, которые я принес из фильма, которые сказали дети. А я сказал, что тебе я запомнил, правда завтра приможет. Я говорю, второе, что тебе интересно? Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, а кто сильнее, Иван Сыла или Дмитро Халаджи? В стране появился новый киногерой, а вы даже об этом не знаете. Притом об этом, это не мы выбрали, это дети выбрали. Понимаете? И третий вопрос был самый потрясающий, который касается всех. Виктор, дядя Витя, а чего так мало фильмов роботы для детей? Вот и все. И я вам отвечу еще потрясающе. Потрясающе во всем отвечу. Я был на КВН буквально вот неделю назад. И мне дали, сказали, задай вопрос. Ну, да, знаете, они должны отвечать смешными ответами на вопрос. Я задал вопрос. Что? Любовь моя, вот это делается вот так. И я задал вопрос, говорю, это самое, что нужно украинскому кино, чтобы получить Оскара? Были потрясающие ответы, но один ответ, ребят из Западной Украины меня убил. Не забудьте тени своих предков. Я ответил, думаю, все. Там, здається, ще якісь питання. Ще з приводу цього питання. Так, я можу так, ось проще. Можна теперь? Так. Тут ще така ситуація. Давайте так почнемо. Ну, це все суперечка не цікаво, але вартість до того, що таке драма. Це, по суті, є конвертація таланту в такий продукт, який захочуть дивитися, який захочуть бачити інші люди. От, грубо кажучи, якщо говорити там так глибше, це є обмін енергетикою. От енергетика того, хто виробив, впливає на енергетику тих, хто дивиться. Якщо тут не присутня щирість, а просто от були бабки, треба було їх відпрацювати якось тому порівні, там вони люди пахали, можливо, навіть 10 тисяч чоловік. То потім глядач це все відчуває. Ця топорність тому подібне, вона лізе, і оце на рівні енергетичному ми якраз маємо цей дисбаланс. Там ще хтось хотів поставити запитання. Чекайте, ви вже ставили, там був хтось іще. Ні, це по одному запитанню, так. Я взагалі не зритель, я взагалі не журналіст, не професіонал, не кінематографіст, я зритель. Я поэтому вам, всем профессионалам, задаю один простой вопрос. Вы говорите, вы смотрели «Иван Сыла»? Нет, я о нем не знаю. Как я могу посмотреть то, чего я не знаю? До меня это не донесли. Не до меня, не до моих детей, не до моей жены. Хотя у меня у жены полно времени. Можно задать вопрос, зачем вы сюда пришли? Я? Помочь вам строить трансляцию. Да, очень хорошо. Но я люблю смотреть кино, я вас очень люблю. Девушка все время работает в газете, не хочет посмотреть кино. Вы настраиваете трансляцию, но у обоих у вас есть вопрос, когда будет наше кино? У меня нет вопроса, когда будет наше хорошо. Кино. У меня простой, элементарный почему вопрос. Вы меня не заставили пойти в кино? Я вам ответил, денег нет. Дальше что? Нет, почему вы... Вот вы знаете, я рад, что вы пришли настраивать оборудование.
И вы приведете всю свою семью на этот фильм, на мой, еще на какой. Хотя бы из любопытства пойдете сами, чтобы потом прийти привести семью. Я думаю, что вам подарок, чтобы вам было проще тогда. Возьмите, вы это знаете. Это не фильм. Шановные друзья, шановные участники. Это информационное о нем. Вы спросили, вы сказали, я о нем не знаю. Теперь будете знать. Шановные участники, на сей конструктивной, теперь будете знать, на сей конструктивной ноте, я думаю, что мы обговорили все возможные возможности развития. Ну, закончили. Сегодняшнего дня начинается новый этап развития украинского кинематографа с нашей встречи. Я думаю, еще больше энергии для того, чтобы оно развивалось. Еще одна пытка. Ну, уже ще... в приватному порядку, можете? Я думаю, що насправді, насправді, у мене ще одне питання. Людей. Є рекламна акція? До компанії «Кіновий», тому що, наскільки я знаю, українське кіно стає можливим через коли з'являються такі компанії, як «Ледоєн», на якій я мала честь бачити, як Віктор Андрієнко озвучував один з українських дубляжів голівудських мультфільмів. І компанія «Кінотур», яка дозволяє робити той самий постпродакшн, який надає якість картинки і звуку. Я саме йому і хотіла передати слово. Я вибачте, я з вами попрощаюсь, тому що мені зараз треба півгодини в ефірі коментувати, що це події. Завтра. Я можна підключуся з точки зрения, ну, и продюсера, и зрителя, и есть некие вот мысли по фильмам, вопросы, которые вы задавали. Кроме того, что я занимаюсь компанией «Кинотур», продюсирую постпродакшн, это современная лаборатория класса А, это действительно фильм Параджанов, у нас цветокоррекцию этого фильма, собственно, как бы производил колорист, который колоризировал фильм «Артист», это 7 «Оскаров». И уровень, технический уровень наших мощностей в Украине на сегодняшний день, ну, позволяет работать, собственно, как бы с любой стороной мира, передовой, как бы с классом А, без вопросов. Ну, вопрос сейчас, как говорится, не про кинотур, мы можем делать, и учимся, и стараемся, и хочется, чтобы это было лучше. Вопрос действительно касается будущего этого нашего кинематографа, его проката и потенциального его расширения где. Вот, вопрос, смотрите, ну, кроме прочего, я член Оскаровского комитета, вот, ну, когда выдвигали фильм «Параджанов» на Оскар, я вам расскажу одну историю. Буквально мы четверг голосуем за фильм «Параджанов», ну, от Украины он выдвигается на Оскар. Пятница, вечер, пол первого ночи, фильм пиратским образом оказывается где-то порядка на 800 торрентов одновременно. У нас то же самое. Скачиваний за несколько дней, до тех пор, пока, собственно, как бы начали давить этот фильм, буквально за какой-то... Это все происходит вот как раз, вот когда пошел вал рекламы, фильм «Параджанов» выходит на «Оскар», и идет массовая реклама фильма, то есть движение на «Оскар» фильма от Украины, вот я могу сказать точно, что это самый мощный рекламный фактор. То есть все знают об этом, что фильм выдвигается от страны на «Оскар». Это самая лучшая на сегодняшний день реклама. В России все знают, что это «Сталинград». В Украине все знают, что это был «Параджанов». Буквально все пишут об этом, это на слуху, и одновременно происходит валовый, как бы практически обвал проката фильма. То есть до его основного массового проката произошло где-то порядка 300 тысяч скачиваний фильма. Это те зрители, о которых мы говорим. Это тот кассовый сбор. Умножьте 300 тысяч, к примеру. Ну, пускай там не все досмотрят. По 30 гривен хотя бы. По 3 доллара. По 5 долларов. Умножаем, сколько мы получили минус. Интернет ничего не приносит. Я, кроме прочего, как бы руковожу организацией «Арма Украина». Это защита авторских прав в аудиозальной сфере. Мы работаем по доработке роялти с ретрансляцией кабельных сетей. Мощнейшее лобби со стороны противостояния со всех концов, как бы нежелание ничего платить, нежелание ничего лицензировать, добиться лицензионного показа фильма в интернет-сети, это просто катастрофа какая-то. Как он там с него возвращать деньги с интернета, никто не знает. Мы понимаем, что рынок уходит из кинотеатрального показа и перемещается в квартирные показы, в кабельные сети, в интернет.
как продюсерам без монополии контроля со стороны государства добиться возврата этих денег, никто пока сказать не может. Это потерянный рынок фактически для нас. И пример Параджанов фильм. 300 тысяч скачиваний. Где с них деньги? Никто не скажет вам, где эти деньги. Кроме тех, кто за них получает абонентскую плату с каждого конкретного человека, который смотрит этот. И никто не хочет этими деньгами делиться. Мое личное мнение как продюсера, потому что у меня багаж фильмов достаточно большой, и опыт проката. Первый фильм мы с Володей еще делали «Мойщики автомобилей», это Володя Тихого фильм. И Володя был фактически тогда первым дистрибьютором, неким, как бы он говорит, так, наверное, такого первого опыта продюсерского фильма. Вот. И это были, да, это и, собственно, как бы показывал на Интере примерно и все. Без регулирования рынка, со стороны государства, как это происходит, должно быть квотирование. Мы упустили, действительно, ситуацию обсудили все. Мы упустили часть рынка. Был период, когда он провалился. Рухнула индустрия, границы открылись, свободную нишу заняли развитые, собственно, как бы индустрии. Вытеснили всю технологическую часть, которая была в Советском Союзе, тогда и в Украине. В Украине вот мы находимся на Новосибирске, где тут находится студия «Людоед» и студия «Кинотур». Там же находится химическая лаборатория. Катерфабрика. Это знаменитое было предприятие во время Советского Союза, которое выпускало фильмокопии, оно печатало фильмокопии на весь Советский Союз, страны Восточной Европы и Африки. Это колоссальнейшие были мощности, которые на сегодняшний день несравнимы, как бы, они печатали, короче, мы считали, что они в месяц печатали такое количество копий, которое в Украине в течение года сейчас находится, пленочных имеется в виду. То есть это предприятие, которое, это были колоссальные мощности, которые заняли и с тех пор на нашей территории. Вот с тех пор, как положили вот все эти предприятия, как было, производственные мощности, пленку печатала Москва, пленку печатал Лондон и пленку печатал Рим. И до сих пор, в принципе, это так. Часть пленки печатается на КПК и в центре Довженко, но основные тиражи все равно печатают и зарабатывают на этом деньги лаборатории, находящиеся за территорией Украины. В 2008 году только возродилась печать пленки на Украине. И, естественно, это те оборотные деньги, которые были выданы из индустрии. Это практически это промышленный сектор. Из него забрали деньги, их отдали другим людям. О возвратности и кругообороте денег мы сразу забыли. Без регулирования рынка в этом вопросе, к примеру, Китай. Вот сейчас тут была делегация в Китае, подписали соглашение. Что происходит в Китае? Знаете, сколько в Китае фильмов разрешено иностранных показывать в год? Квота 20 фильмов. Все остальное наше, извините. Корея, то же самое. Есть квоты на национальные фильмы. Франция, то же самое. Франция стала зарабатывать на американском кинематографе. Откуда возник... Хотите, чтобы рынок развивался, чтобы в нем вращались деньги, и хватало на сценаристов, на какие-то идеи. Должна быть цепочка. Деньги, производство, возврат денег. Как говорю, и то же самое с интернетом. До тех пор, пока не будет отрегулирован, сейчас вот закон находится у нас в рабочей группе по этому закону регулирования, когда будут сайты закрывать буквально по первому обращению Департамента службы интеллектуальной собственности, до тех пор, пока не будет наведен порядок в интернет-пространстве, когда фильм можно будет смотреть не пиратскую копию, как сейчас на 90%, там, а нормальный лицензионный продукт, когда онлайн-кинотеатры будут получать прокатное удостоверение, и по нему показывать кино, как кинотеатр делает. Попробуй кинотеатру договор подпиши без прокатного удостоверения. Я вас огорчу, никогда такого не будет, что вы только что рассказали. Молодой человек, вы глубоко ошибаетесь, вы просто не владеете ситуацией. Страну, смотрите, вы не понимаете, о чем говорите. Я вхожу в рабочую группу, которая находится в кабинете министров. И если вы сейчас будете говорить, что у вас ничего, что вы сильнее, чем правительство, кабельные сети, то вы глубоко в этом ошибаетесь. Рекламка, молодой человек, с Axiom'ом мы прекрасно знакомы. И с его учредителями, в отличие от вас. Расскажите, как государство. Мы с вами не будем сейчас спорить, вы сейчас занимаетесь своими вопросами, настройкой кабельной сети, пожалуйста. Поэтому вот вопрос и мнение такое, что до тех пор, пока не будет регулирования рынка
со стороны государства и наведение порядка вот с такими хулиганами, которые говорят, никогда там порядка не будет, мы никогда не вернем деньги с нашего как бы, рынка. И никогда не заработают ни сценарные группы, ни желание людей ходить в кино. Никогда этого не произойдет. Только путем, волевым решением со стороны страны навести в этом секторе порядок. И в том числе по авторским правам, потому что это общая беда. И журналистов все знают, как происходит копирование статей, как борются за авторские права, а то же самое с фильмами. И очень обидно, когда происходят такие факты, когда группа 45 лет Параджанова делала, сценаристы, режиссеры все, они наблюдают, как фильм практически везде, по всему миру происходит его скачивание, ничего не могут сделать. Потому что в Украине просто вот такая вот система, которая говорит, сидит человек в каменных сетях, а что вы тут рассказываете нам? Мы выложим его все равно в сеть. Хоть вы тут тресните. Одновременно за один день на 800 ресурсах появляется сайт. Это как называется? Вот такая. Это зритель, который посмотрел этот фильм бесплатно, во время проката. Это тот, который смог, хотел пойти и посмотреть его в кинотеатр.